Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Даридис. Сегодня поиграем в игрушку Небеса, уникальная MMORPG. Давайте посмотрим. Добро пожаловать в Небеса. Я Белла, страж этого мира и наставница юных хранителей. Я рада приветствовать тебя в Небесном мире. О, хранитель, этот остров – дар небес. Тебе потребуется энергия, чтобы вдохнуть в него жизнь. Без энергии сейчас не сможем обойтись. Ни один хранитель, о небеса, как я устал слушать одно и то же. Мое заклинание заставит тебя наконец замолчать, Белла. И на тот раз тебе не удастся победить меня. Так, такой чертенок вот. Идет загрузка, давайте посмотрим, как будет сражение протекать. Так, мой ход. Наконец-то ты беспомощный, теперь ты будешь долго мучить, долго молчать. И ни один хранитель больше не узнает, что для победы в бою нужно складывать камни одного типа. Никто из них не догадается, что сложив три камня одного цвета, можно получить ману. Взял все, рассказал, короче. И никому не объяснить, какие камни дают жизни, какие наносят урон. Это восстанавливает жизнь, это наносит урон. Давайте. Блин. Что ж мне делать-то? Так, мне... А, вот мне подсказку дают. Елочка, удачный ход. Так, надо нанести ему урон какой-нибудь. Пока что я не... У меня 1500 жизни, а у меня 20 тысяч. Я пока что ману восстанавливаю, видимо. Дополнительный ход дает плюс. Если 5. А, нанес мне удар, урон. Все, у меня мана восстановилась. Теперь могу что-нибудь сделать. Молния. Давайте молнию потратим. Ух ты. Нифига себе. Все, нет, мы еще встретимся, хранитель. Ладно. Браво, ты силен, юный хранитель. Служители шести культов с удовольствием примут тебя. Представиться и выбери культ, к которому ты бы хотел присоединиться. Давайте посмотрим, какой тут культ, какие культы есть. К какому-нибудь из них мы с вами присоединимся. Как много культов. Вы можете внизу читать культы. Я выберу, кто мне по душе. Ну-ка. Красивую девушку я бы взял. Ох ты какая. Мне вот это нравится. Отлично. Так, подарок. Давайте крутанем. Стоп. Ух ты, блин. Круто. Выигрыш всех комбинаций 3000 медалей. Игра еще и выиграй больше. За один кристалл можно. Предыдущий джекпот 13 тысяч. Выиграл хранитель вот этот. Ладно, мы пока не будем. У нас 3000 есть кристаллов. Нам пока что достаточно. Можно покупать за ВКонтакте. Нифига себе, 600 ВКонтакте стоит. Так, какие-то сообщения тут. А, на этот раз владыка ужаса подчинил небеса своей власти. Сенаторы вместе со своими лучшими маршалом сделали культ ужасающего лидером войны. Пока другие культы собирают силы для ответного удара, самые таинственные адепты небес празднуют победу и получают особенную награду. Давайте расскажем. Поделимся. Так, ладно. Так, в бой. Давайте в бой нажмем. Нажимаем в бой. Ух ты, вот мой персонаж. Это мои здоровья. А, те-то боги были, а тут мы такие небольшие. Отлично. Черепушки нужно собирать, чтобы убивать врага. Нифига себе он. Так, ладно. Давайте елочку соберем. Это все ману восстанавливает. И когда ману накоплю, я смогу использовать молнию. Так, значит, ну ладно. Oh.
Требуется 30 маны. У меня уже есть 30 маны, я могу молнию применить. Также у меня есть эликсир, восстановили 25 здоровья. Давайте попробуем. Причем у меня много чего есть. Также используем молнию. Восстанавливаю 30 единиц маны. Увеличивает урон на 44 на 2 хода. Яростный удар какой-то. Так, какой-то яростный удар. Огонь. 150 урона. Вы можете стать сильнее, попросить друга о помощи и получить одно из усилений. Пока не будем. Так, вернуться. Предупреждение какого-то хранителя древа, вы забрали не все трофеи, оставшиеся трофеи будут потеряны навсегда. Хотите вернуться за ними или продать за 200? Давайте вернемся. Надеть. Давайте так, продадим все, ладно. Продаем, все, выходим. Я получил бонус какой-то. Плюс один бонус. Ладно, давайте опять бой. Я так не понял, я победил или нет. Ладно, ничего страшного, сейчас разберемся. У меня много эликсиров пока что всяких. Так, так, так. Чем ты отметишь, девочка? Прикольно, у нее арбалет, смотрите. У ней такой здоровый арбалет на какой-то. Это как арбалет-посох, что ли, непонятно. Все равно я не отнимаю. Ну, самое крутое, конечно, это черепушки. Они много отнимают здоровья. Давайте сейчас попробуем. Вот и все. Легко и просто победили. Давайте наденем. Давайте заберем просто. Мешок с яйцом дракона какой-то есть у меня. Массовые бои. Это что такое? На остров. Так, нифига себе, на какой-то остров попал. Обалдеть. Джигурдар какой-то. Джигурдар. А как с ним сразиться? Прогнать или напасть? Давайте попробуем напасть, я не знаю. Ваш запас энергии недостаточно. Ладно, ну тут такие монстры здоровые. Неуязвим вообще. Обалдеть, как ты-то с ним сражаться? Давайте на тебя нападем. У него 16 тысяч здоровья, как я его выиграю-то? Мне кажется, зря я на него напал. Он сейчас одного удара сделает. Сейчас мы ему зададим. Чё толку? Я его нанес, но у него нифига не отнялось. Вообще он неуязвим, а смысл мне с ним сражаться? Он 4 уровня, такой сильный. Нет, я хочу выйти. Я хочу выйти, сдаться. Есть кнопка сдаться? Ладно, есть другой способ. Мы просто обновим страницу. Такая неплохая игрушка. Ну, я не понимаю, почему она MMORPG. Это больше похоже на 3 в ряд. А, не получилось. То есть тут надо довести бой до конца, я так понимаю.
Неужели тут нет кнопки выйти? Может быть, я ее не вижу? Просто я не вижу смысла продолжать играть. Он все равно меня вынесет. Палка о двух концах. Боже, добей меня. Так, ладно. Какой-то сундучок можно забрать. Отлично, давайте заберем его. Получил бонус. Так, ну-ка, что у меня тут персонаж? Это мой персонаж. Что у него тут есть? Купить пустой слот за 10. У меня нету. Так, распаковать сюрприз. Давайте распакуем. Ух ты. Как кто-то там вылез в сундук. Продать. Выпустить дракончика. Давайте выпустим. А, не хватает энергии. Ладно. Фиг с тобой. Фиг с тобой. Так, будем пока что так останемся. Так, что у меня тут? А, прочность, кстати, заканчивается. Стоимость 2000. Стоимость 1000. Броня 250. Броня 100. То есть это у меня покруче будет починить. Не хватает денег, чтобы починить предмет. Так, ну а что мы тут тогда сделаем? Давайте в бой. Поиск оппонента. Хранитель дерева идет. Поиск рваного противника по уровню. Рваного? Равного. Равного. Нифига себе равного. У меня 47 здоровья. А у него 170 всего лишь. Халабысь. И все тут. Сколько черепушек, но они далеко расположены друг от друга. А я вот так сделаю двойную комбо. Вы это видели? Какая-то жесть была. Так, ладно. Сам напросился. Сам виноват. Мой ход. Сейчас я его молнией долбану и все. И он пропал. Гудбай. А, у него 1% есть. Нифига себе. Что ж мне сделать? Давайте вот такую комбу сделаем. Все. Таки добили. Кольцо. Не могу надеть. Я, ну, могу. Давайте продадим, что ли. Продаем кольцо. Новый персонаж. Отлично, давайте. Давайте покажем ему Кузькину мать. Лобысь. А это восстанавливает, это жизнь восстанавливает, я забыл. Желтым можно наносить урон. А, нет, смотри, не нанес. Ладно, ну-ка, елочка что дает? Сейчас уже ману накопим и молнией ее ударим. Какой-нибудь ход бы такой нужно, классно. Ну-ка, звездочка, давайте посмотрим. Все, я думаю, я уже могу заклинание использовать. Ах, он подлечился. Негодяй-то какой. Давайте елочки соберем. Нифига себе, это было мощно. 5% у него осталось. Удар какой-то был сильный. Ты топай уже, допивай его. Видимо, зима еще не кончилась. На черепке снежинка такая нарисована. Это, видимо, в честь Нового года. Ладно, в принципе, я уже давно мог молнию использовать и победить его. Неужели я промазал? Как так?
Не везет мне с ним почему-то. Ладно, подлатаемся пока что. Яростный удар какой-то нанес он мне. Так, давайте звездочкой. Черепками надо бить его, черепками. Дополнительный ход ему дали, короче. Опять он восстановил жизнь, ладно. Он так меня изведет просто. Увеличивает урон на 44 на 2 хода. Подрядка один ход. Все. Неужели я справился с ним? Давайте заберем этот предмет. Хотя у меня точно такой же, да? Здоровье плюс 50, лечение плюс 10. Так что его можно будет смело продавать. Отлично. Вот такая вот игрушка, в общем, ребят, всем, кому нравятся подобные игры, вот, можете ставить палец вверх, можете подписаться на мой канал, будет много чего интересного. Так, что у меня тут есть, кстати, медали, рейтинги, всякие коллекции, ну-ка, коллекции. У меня коллекции нету, можно собирать снегурочку. Отмороз, дед Отмороз. Собака, смотрите, вот такой парень, потом растит свою бороду. И тут уже совсем Дедушка Мороз. А Снегурочка, я не знаю, чем она изменяется. Она, по-моему, вообще не изменяется. Так, экипировка тут всякая, медали особые. В общем, все, что душе потребуется. Так, еще какие-то акции есть. Ну-ка. Обалдеть. Это все, прикиньте, это все надо совсем ознакомливаться, все читать. По 50 штук, кстати, продается. На складе, нифига себе, сколько на складе. Да хрена. Кто-то берет все-таки. Ну, допустим, давайте почитаем про эту. Уровень 10, количество 50 из 500. Колба, восстанавливающая количественное здоровье. Восстанавливает 20 тысяч единиц здоровья. Перезарядка один ход. Обалдеть. Ну, когда уже ты далеко играешь, там 10 уровень, я думаю, уже становишься более мощным, как прям как боги. Вакансии какие-то есть. Давайте попросим. А нельзя купить. Такая вот прорисовка персонажей. Неплохая. Тень войны. Напасть. В принципе, мы его можем победить, я думаю. Давайте попробуем. Я думаю, он не такой сложный. Так. Молния и удар. Чтобы побыстрее избавиться от него. Сейчас мы его изведем. Пока что ни разу ничего плохого он мне не сделал. Еще одну колбочку. Прощай. Вот так нужно играть. Так, давайте заберем. Соберем свой топор. Он, кстати, получил урон 10, броня 10. Урон 50. Ладно, на этом давайте остановимся, ребят. Вот такая вот игрушка. С вами был Дариди. Вот, играйте в хорошие игры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. И всем до скорого, ребят. Пока-пока.